Ну, я не знаю, слышно или нет, вот этот волшебный голос, который можно слушать бесконечно. Ну, конечно, голос весьма узнаваемый. Это был голос, как вы уже догадались, Валентины Брагиной. Я так понимаю, что вот к традиции отмечать юбилеи и различные торжества в Читинском, значит, доме офицеров, они никуда не деваются, они только приумножаются. И вот на этот раз, значит, эта страничка коснулась прекрасной певицы, замечательного человека, это Вали Брагиной. Ну, вообще, надо сказать, что... Ну, мы сейчас дойдем до пожеланий. Надо сказать, что таких людей, как Валентина Брагина, их не так-то много. Они просто талантливы. Они еще, значит, от рождения обладают прекрасными данными. Это то, что мы включаем в понятие талантов. Ну и, конечно же, обаяние, то самое музыкальное обаяние присутствует в полной мере. Слушать ее исполнение песни – это всегда не просто приятно. Это просто доставляет настоящее эстетическое, моральное удовольствие и удовлетворение, естественно. Вот. Ну, а поскольку в таком коллективе, как ансамбль Дома офицеров, там невозможно быть на вторых ролях таким людям, как Валя, то хочется пожелать ей в сегодняшний день юбилея. Ну, счастье, здоровье, это понятно, это самое главное, что желаю, как обычно, всем. Ну, добавок к этому, удачи, радости. И, конечно же, хотелось пожелать творческого долголетия, чтобы вот тот позитив, вот та эмоциональная нагрузка, с которой Валя работает и, значит, преподносит весь материал, который удается петь, и в составе ансамбля, и не только она, только понимаю, что она исполняет песни не только на русском языке, еще там на нескольких языках, но как-то мне присылали, я слушал. Но мне очень было приятно, когда вот мы работали, голос мы сейчас слышали из песни «Даманский», которая была написана, опять же, поэтом Андреем Бабожиным. Вот. И когда мы разбирали, мне попросили, сказали, вот у меня там была вокальная такая вот штучка сделана, и я спрашивал относительно того, чтобы этот вокалис был исполнен, и мне сказал Сергей, ну, конечно, это будет петь Валя Брагина. Я говорю, ну, прекрасно. Вот, и вот было очень здорово, когда услышал результат, то был очень восхищен, насколько легко она преодолевает вот эти, ну, кажущиеся легкости, различные музыкальные вот эти мелизмы и прочие вещи. Замечательный человек, замечательный талант, замечательный диапазон. Но хочется еще раз пожелать творческого долголетия, новых творческих свершений в составе такого замечательного коллектива. С днем рождения, Валюша!